Приветствую всех, мои дорогие, уважаемые зрители, с вами, как всегда, видеотекарь. Мы продолжаем записывать Dead by Daylight. Меня очень бы насмешил ник Фэнги, это вот просто вот... Вот человек явно что-то знает, вот человек с юмором. Вот, как вы видите, вот сразу видно, человек играет за Сурвов, вопросов никаких нет. Играем за Аньку. Сделал такой импровизированный билдецкий, который направлен чисто, все перки чисто на шкаф. В том числе и аддон тоже на шкафы. Посмотрим, зарашат меня, не зарашат. Ну, скорее всего, естественно, зарашат. У Сурвов это, как говорится, в крови. А другого им, в принципе-то, и не надо. Играют они, как разработчики завещали. Так, карту. Карты никакой нет, это прекрасно. Теперь игра сама будет распределять какую карту. Сейчас мне даст закрытую, где на Аньке я буду страдать. Вот как лично для меня, вот я вам сейчас вот говорю прям при загрузке. Мне желательно, чтобы не сад счастья и не перевок. Если будет перевок и сад счастья, все, мне пиздец. Ну, это для Аньки, это у меня самые жопошные карты. Вот давайте даже проверим. Пойдет. Ну, в принципе, я подозревал, что будет кукурузина. Кукурузина — это нормальная карта, не самая плохая. Так, сразу заходим. Активируем наши перки. О как! Втроем на одном генераторе. Подпиздюлинка. Бляха, вот если бы можно было бы ставить лайки за ники, я бы вот только за этот ник поставил бы лайк. Ну, серьезно, подпиздюлинка. Вот ты вот прям вот красавчик, Фанга, красавчик. Блин. Вдвоем на это, да? Ты, а пытаешься, что это за киберспортивные спринты, как и я? Ну-ка, дай-ка я тебя подпиздельну. Да блядство! Ты смотри. Мне понравился ник Фэнги, ничего с собой не могу поделать. Так, нам не надо в палету ползти. Ну, для Аньки это, на самом деле, неплохой билд. Если вот, вот если так вот подумать. Да ты... Да ты гонишь, твою мать. Почувствуй наше ДБД. Ну тут мне очень глупо уходить, на самом деле. Быстро в шкафчик. Да ты гонишь? Матрица, что ли? Я видел, типа, он сзади заводит этот ген. Ты не дергайся, ты внимательно смотри за топором. Зачем ты дергаешься?
Дергается, психует, как бы. А, вы чего? Сейчас Деп подставится, я уроню. Деп не подставится, потому что Деп дебил. Он стоит у палеты. Ой. Наказаны, уничтожены. Как говорится в этом перке, Анька — это совершенное оружие. Так, сюда. Тронул он генератор. Какой черт мне с вами тут фармить как-то? Да, за место детища света мне тут, скорее всего, нужен им не скрыться, и все это пиздец. Ох ты какой, а? Матрица? Душу от минус 4. Душнило. Манская душнила. Я играю слишком офигенно. Я мейнер Аньки. Ах ты! Ну тут даже стрелок бы не прострелил. Киберспортивный фейк. Да ты гонишь! Красавчик. Сюда. Да почему они видят, куда Анька собирается кинуть топор? Ну это же пиздец. Если так, начинаем умничать. Работает. Должен донести, посмотрим. Насколько он сильно там на синич. Д. Все, отлет. Интересно, а лежачий будет кричать? Смотрите, лежачий не кричит. Либо же он был не в терроре. А, я только дошел, нифига себе. Здравствуйте. Идеальный билд на Аньку. На нормальную Аньку, конечно, которая не стесняется туннелить. Быстро раз, два, все посмотрела. Ну, здесь наверняка напишут, какая я тварь. Особенно, скорее всего, напишет подпиздюленька. Так, считаем количество прояви себя. Одно. Не? А это что вообще такое? Вы жаждете справедливости. Аура генератора, который вы чините, вы на... А, ну это я понял. Это у нас маленький генератор.
зарождается генерашер. Я пока ему не дал зародиться. Ну, какой-нибудь другой ман даст. Ну, так нормально. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами, как всегда, был Видеотекарь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!